Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 24 мая 2021 года. Хочу вам показать, как цветет моя земклуника. Вот такая вот красота у меня. Вот видите, прям запах, аромат такой стоит от нее. Медовая. Вкус, ну прям медовый вкус. Так переживаю, чтобы как начинает плодоношение, начинает подъедать ее или хрущ, или медведка. Прям кусты сгорают большие. И она уже начала выпускать усы. Я трогать до августа усы эти не буду, а потом буду рассаживать. Посадила сегодня огурчики. Здесь вот с этой стороны конкурент. Плети конкурента до 2 метров. А с этой стороны я посадила кустовые 50-70 сантиметров высота их. Низенькие. Вот она, красавица моя. Прям прелесть. Ну что, ягодки в ней мелкие. Она крупнее, чем... Я вам уже показывала, у меня есть видео за прошлый год. Крупнее, чем земляника, но мельче, чем клубника. Завтра займусь прополкой. Ягода вся у меня здесь прижилась. И займусь прополкой. Здесь у меня и земляника, и клубника, и не разбери, что сидит. А вот это вот моя красота. В этом году, на этот год, я сделала пореже кусты. В прошлом году было у меня очень даже густо. Очень. Но она очень сильно пускает усы. И если не оставлять ее кустиками, а оставлять сплошное, ничего толком не будет. Кто мне давал вот ее... Они кустами такими вот не выращивают, а выращивают сплошное. Это просто вот как одуванчиковое поле бывает, так и вот поле вот. Красота, конечно. Но ягода получается намного помельче. И очень трудно ее собирать. Очень трудно. Так, показала я вам свою красоту. Даже сама оторваться не могу от нее. Любовалась бы и любовалась этой вот красотой. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Заходите в гости. Как всегда, буду вам очень рада. До свидания. До новых встреч. Пока.